Всем привет! Меня зовут Даниил Бадаев, мне 15 лет. Я мечтаю стать актером. Мне кажется, это у меня в крови. При рождении, скорее всего, я маме сказал: «Тащи меня на сцену, я буду показывать миру мой актерский талант». Я увлекаюсь спортом и часто бегаю по утрам. В парк, чтобы развеяться, музыка в ушах, очень приятная атмосфера. Хожу в театральный центр и в актерскую школу. У меня много друзей, которыми я очень дорожу. Надо что-то смешное вспомнить. Так, мы разбирали стереотипы, и была шутка от меня, то, что я не иду за стадом, я не верю в стереотипы. Стадо быков, а я из них гусь, который отличается от этих быков. У меня есть перья, у меня есть нос. Так, что-то пошло не так. У меня было много проектов, в которых я принял участие. Сначала я снимался в рекламных роликах, таких как Hasbro, Austin, в основном это была одежда, конечно. Потом я начал вести мероприятия на телеканале «Карусель». Меня взяли вести мероприятие ТЭФИ-2018 с Дмитрием Борисовым. Это был огромный опыт, который мне очень помог в жизни. Я стал принимать участие в эпизодических ролях в кино. Я снимался в таких фильмах, как «Успех». И недавно я принял участие в сериале. К сожалению, название этого сериала нельзя разглашать по контракту. Этот сериал, который выйдет на «Россия-1», он про хулиганов 90-х годов, которые творят такие вещи, которые мне даже не снились. Еще проект очень интересный, тоже сериал «Бессонница». Я пацан из детдома. Очень грустная история, и меня хотят приютить какие-то люди. Мы снимали с Машей Мироновой и с Гошей Куценко. Год назад я ходил на встречу с Федором Бондарчуком, который добился в жизни очень многого. Очень многие вещи он мне говорил. Много опыта я набрался именно от него. А еще мое хобби – смотреть фильмы и сериалы. Я записываю их в определенную книжечку, и потом, чтобы не забыть, пересматривать. Мой любимый русский сериал – это «Полицейские с Рублевки». А мой любимый русский актер – это Сергей Брунов. Самое главное в жизни для меня – это, конечно, родственники, чтобы у них было все отлично, все хорошо, чтобы они любили друг друга, чтобы в мире была любовь у всех. К сожалению, главной роли пока что не было, но, конечно, очень хочется.